не знаю. Вот ты, например, завтра будешь кушать какие-нибудь зернышки такие. А я зернышки не умею кушать. Ёлик! Ёлик! Вот, пришёл. Привет, Ёлик. А, привет! А что ты с кем? С Каркушей разговариваешь? И, не с кем, а с моей любимой Каркушей я разговариваю. А о чем ты с ней разговариваешь? И не только с Каркушей. А со звездами? Да. Вот это да. А вот туда, смотри, вот, и там звезды тоже есть, и там. А еще я разговариваю с ребятами. Привет, ребята. Привет. Вот у меня такая вот, Жорик, задача большая. Ну давай, рассказывай. Какую мне завтра есть кашу с утра? Так, сегодня мы кушали манную. Позавчера мы кушали гречневую. Позавчера мы кушали перловую. Позавчера мы кушали овсяную. А завтра тогда какую? И я не знаю. Надо подумать над этим вопросом. Ты запоминаешь все каши, которые мы кушали? Ну, конечно. Это же надо каждый раз кушать разные каши. То есть у нас получается 7 каш в неделю. Так, подожди. Кушали мы перловую, кушали гречневую. Овсяную. Ребята, а вы тоже кушаете все эти каши? Да? Молодцы! Вы знаете, почему молодцы? Потому что если вы будете кушать все эти каши, а ведь все эти каши, они полезны и богаты витаминами, да, вы всегда будете сильнее! Вот так! Вот! Все! Вот такие сильные! Вот, так. Вот, да! Я вспомнил, как... Никогда болеть не будете! Так, вот, значит, кушали перловую, кушали гречневую, кушали овсяную, кушали... Какую еще кушали? Мы кушали пшеную. Нет? Да. Пшеную. Уже и это кушали. Ну кушали, это можно. А какую мы завтра будем кушать кашу? Рисовую. Молочную рисовую кашу. Молочную, да, рисовую и кашу? И маслица туда наверх. Пу. Я так... Молочную рисовую кашу и маслица? Да, да, да. Ух ты! Побегу за лоской, давай, подождите! Давай. Так, лоской. Ложку приобрел, да? Новую. Да, новую ложку. Да. Ой, значит, ту. Что, подожди, на ночь кушать нельзя. Нельзя. Значит, а вот завтра ты будешь такой красивой ложкой кушать. Я тоже хочу такой ложкой кушать. Ты можешь мне тоже такую ложку достать? Не расстраивайся, Жорик. Да. Помнишь, мы читали с тобой книжку? Фокус. Вот. Да, там, ну, не совсем про фокусы, но там иногда рассказывается про фокусы. Да. Я научился делать немножко фокусов. Ух ты, давай я посмотрю, ну-ка, покажи. Ты хочешь посмотреть фокус? Да, да, да. А вы, ребята, хотите? Да, давай. Ну, тогда давайте, смотрите. Вот у меня есть лоска. Лоска. Итак, нужно произнести волшебные слова. А я не знаю слов волшебных. Не знаешь? Нет. А вы знаете? Может, ребята знают? А значит, повторяйте. Давай. Трим-брим-дим. 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 Надо сказать три раза трим-брим-дим и подуть на ложку. Давай. Вы готовы, ребята? Молодцы. Итак. Трим-брим-дим. Ложка! Завтра мы будем кушать, да, рисовую молочную кашу с маслом. С маслом. Вот. А, ребята, вы обещаете кушать кашу каждое утро? Надо кушать кашу. Обещаете? Хорошо, договорились. Да. Будем каждое утро кушать кашу, будем сильными, здоровыми, никогда болеть не будем. Да. Вот. Но это только завтра, а сейчас... Да надо спрятать! А сейчас давай смотреть! Давай спрятать! Нет, нельзя, давай я на кухню отнесу! Давай, ищи на кухню! Смотреть мультфильм, а потом чистить зубки и ложиться спать! Да-да-да! Я сам быстренько занесу! Давай! А я подготовлю вот это, вот так! Бери каркуша! Каркуша!